На первый взгляд, эта вещь кажется скорее просто эстетичной, нежели функциональной. Однако стилисты утверждают, что данный предмет гардероба в летнем сезоне относится к категории must-have. Стильным решением этого сезона являются прозрачные накидки. То есть их называют шизюбли, их называют иногда быльниками. Особенно хороши они в летнее время. Может быть, вечером вам хочется пойти в нарядном платье. Вы можете накинуть на себя эту накидку. Она, во-первых, придаст вам какой-то такой таинственный вид, потому что прозрачность, она всегда подразумевает какую-то тайну. А в то же время вы сможете скорректировать как-то и свою фигуру. Может быть, кому-то из дам не нравится уже, как выглядят их руки. Такая прозрачная накидка, безусловно, прекрасный выход. Степень прозрачности летних накидок, так же как и цвет, и длина, и принт, могут быть самыми разными, но особо эффектно смотрятся ткани-компаньоны. Например, если матовый и плотный креповый шелк платья сочетается с прозрачной или, как еще говорят, транспарантной органзой. Жемчужиной этого сезона являются красные цветы. И накидка в красных цветах, она прекрасно подходит к их своим компаньонам, то есть платье с красными маками и к бежевой блузе с бежевыми брюками и к блузе с цветами. Она также подходит. Вы можете просто создавать такой вот модный образ, в результате чего вы даже можете создать эффект такой 3D. То есть на платье с маками, вы надели накидку с маками, и у вас получается просто совершенно фантастическое сочетание. Анималистический рисунок всегда добавляет нотку экстравагантности. Ее можно усилить или сгладить, в зависимости от того, с какими вещами такой принт подается. Ее можно и с джинсами носить такую накидку, и с платьем, и с костюмом. Кроме того, в вашем гардеробе могут быть и однотонные накидки самых разных цветов. Коралловая, мятного цвета. То есть вы можете взять какое-то нейтрального цвета платье, черное или бежевое, или серое, и менять его образ с помощью вот разноцветных таких накидок шелковых. А еще такая накидка окажется незаменимой на курорте. С ее помощью можно создать непринужденный вечерний образ.